тебе привет! Ранен, но не сломлен. Берегись! Ты смотри, какой живучий! Получай! Снаряды на исходе. Время стратегического отступления. Модный лук, Патрик. Почитаем про рептилоидов. Эй, Дэн! Бомбезный сюрприз! А такая ракета даже Илону Маску не снилась. Лучше сдавайся, пока можешь. Прицел! Заданная цель обнаружена. Воу! У ворот! Доброе! Утречко, бездельники! Рада, что не разучились писать. Захотели стать победителями по жизни? Устроим! Да уж, неловко с моим изобретением получилось. Компания претерпела фиаско. Конец бумажным торпедам. Готовься носить записки. Значит, вы у нас любите поиграть? Обожаю веселье, мы с напарником в полной готовности. Спасибо, нам и так неплохо. Помолчи, лунатичка. Ну ладно, ребята, сейчас организую вам одну увлекательную забаву. Будет воскрешать Хорхе? Мое средство для чрезвычайных происшествий. Опля. Ха-ха-ха. Наконец-то я развлекусь. Всегда мечтала нажать на эту кнопку. И пусть удача всегда будет с вами. А, колледж строгого режима. Прощаю воздух свободы. И зачем так паниковать? Не понимаю. Хорошие тамада и конкурсы интересные. Кажется, неожиданная порция замешательства а-ля миссис Пирс смогла объединить даже наших заядлых воителей. Эй, обустраивайте здесь камеру пыток, признавайтесь! Поставьте хотя бы плакат с анатомией человека. Не то мы тут совсем одичаем. Вы забыли рисунок тычинок? Одну секунду. Патрик, у меня стиляга. Отлично, смогу уйти красиво. Скоро ваш мир перевернется. Где-то я уже видела эти символы. Вау, номер телефона? А я кое-кому понравилась. Мы в заперти, вокруг двухэтажные кровати. Это игра в кальмара! Класс, а давайте строить секретную комнату. Нужен план побега. Участники, вас ждут испытания. НЛО, это ты? Выбыла преждевременно? Подвинься, Дэн, там моя койка. Да что с тобой не так? Пытаюсь смотреть на все позитивно. Знакомьтесь, мой лучший друг. Портрет в полный размер, чтобы никогда с ним не расставаться. Странный был сон, хотя голубь уже ни в какие ворота. Нравится, да? Патрик навечно в моем сердце. Я увидел достаточно. Включаем режим самец. Эй, сверхразум, спускайся и потанцуй со мной в рукопашную. Ауч. Надеюсь, у него ничего не сломано. Розовый бантик говорит об одном. Пора проверять подарки. Думаешь, не взрывоопасная? Открой нам свои секреты. Ау, сокамерницы, а ничего, что я вообще-то упал? Нам-то какое дело? Интересный оттенок. Вау, голос истины не поскупился. Лишь бы подобрали правильный размер. А про меня забыли? Ой, прости, один вроде завалялся. Должен тебе подойти. Теперь я тоже часть команды. Сандра, зацени. О, в цифрах точно не запутаешься. Кличка готова. Примерим. Сейчас я вас раскалю, преступницы. Говорите, кто это сделал. Ты или может ты? Неудачник. Моя месть будет сладкой, хулиганки, запомните. И не смейте молить о пощаде. Он такой смешной, когда в ярости. Ого, у меня появилась крутая идея. Пришло время затеять космический ремонт. Давай без меня. Чем дальше в лес? Пс, у барышни проблемки. Койка морской волны? Быстрее сюда, Дэн! Напарница с ума сходит, смотри! Но цвет слишком нежный, делов-то. Куда она делась? Еще чуток. Изюминка на моем интерьерном торте. Ведь прикольно же получилось. Так-так, бледности в моем дизайне не место. Парочка слоев и будешь сиять. Чудно ложится. Мною жертвуют во имя архитектуры. Вырывайся, Дэн! Голубой шедевр закончен. Чуть не попрощался с рукой. Вдруг я навсегда полусмурфик. Не драматизируй, я знаю, чем помочь. Главное в твоей ситуации верить. И тщательно работать над вытиранием. Вот бы ее лак оказался не очень стойким. Аллилуйя, я снова стал собой. Дальше следи за лапами. Ух ты, ребята, знак свыше. За этими бешеными выдумками не угнаться. Чувствую, нас ждет еще много сюрпризов. Да. Компании вам будет веселее. Красотища, скажите. И напоследок важная деталь. Познакомься, дружок, твоя новая приятельница Луиза. Сердце подсказывает, что они отличная пара. Пусть вундеркинд развлекается. Поддадимся творческому порыву, а символика будет поднимать боевой дух. Куда бы вас определить? Ну, вариантов не так много. Ты станешь амулетом силы, а кружочек повесим, чтобы лучше шевелить мозгами. Финальный штрих эксклюзивного фэншуя. Все равно чего-то не хватает. Естественно, комната слишком пуста без моей лечебной энергетики. Решено. Похоже, у нашей богини декорации опять назрел креативный план. Превосходно!
Верит, что аура будто Wi-Fi. Как она поступила в колледж? Время пришло, а ты пойдешь со мной. Поживее, участники, график не ждет. Коллаж получился просто отпад. Виси здесь и улучшай настроение. Обожаю Хагиваги. Мы с ним неразлучны. Ого, точная копия. Напарник, пора за работу. Повеселились и хватит. На испытание. Думала, у нас связь. Оставь меня в покое, предатель. Ниже первого места я не окажусь. Нужно установить авторитет. Ладно, так и быть. Впервые последую примеру Мас. Чемпионка Сандра на стартовой позиции. Приветствую в первом туре. А мы не успели подготовиться. Игра на выбывание, дети. Так еще страшнее. Готовы начать, ребята? Ха-ха-ха! Боюсь упасть в оморок во время конкурса. С такой-то куклой шансов ноль. Стоп, а о какой готовности вообще идет речь? Не забывая о лазерном зрении. В исходную, Дэн. Я боец. Повезло, что я прихватила свою веганскую пудру. Эй, бро, глянь-ка на чудилу. Оказалось, все еще хуже, чем я думал. Ошибка. Участник 067 вне игрового поля. Настоящая красота не знает границ даже на игре в кальмара. Тише едешь, дальше будешь. Юху! Можно выдохнуть с облегчением. Таким глиттером сражу всех на повал. У меня что-то не так с румянами? Игрок обнаружен. Задача – мгновенная аннигиляция. Только не на свежий макияж. Хиппи разрушила площадку. Сахарная печенька приведет вас в чувство. Вход в параллельную вселенную? В этой тайной комнате мастерская создателей. Ребята, мы шикарно обустроимся. Куда все испарились? Чудеса. Ну надо же. Не знаю, как она называется, но хочу себе такое у кровати. Золотое правило. Сначала хватай, дома разберемся. И скотч нам обязательно пригодится. Вуаля. Все-таки крутой у нас секретный домик, девчонки. Гирлянда улет. Умница, что предложила ремонт Сандра. Спасибо, старалась для общего блага. Так держать, не теряй энтузиазма. Время на отдых исчерпалось. Второе задание уже готово. Прошу, мисс, игра ждет. Позвольте девушке самовыразиться. Встаньте в ряд. Подвинься, Дэн. Хочешь, чтобы я отдавил ногу черному балахону? Минутку внимания, студенты. Правила следующего испытания гласят. Каждый из вас получит сладость с индивидуальным рисунком. Подайте печеньки участникам. Алло, вы что здесь устроили? Надоело питаться яйцами. Так долго не протянешь. Второй этап на грани срыва. Ну-ка, брысь отсюда, бесстыжие воришки. Ауч! Опустились ниже плинтуса. Да уж, новое задание провалилось. Но мне пришла в голову другая идея. Будем молиться святому канатейшеству. Серьезно? Похоже, пощады ждать не стоит. Откуда эта шершавая веревка? Из косы великанши. Победит команда, которая перетянет противников. Думаем над эффективной тактикой. Сообразила. Вперед, Дэнни, тащи. Не хочу опозориться перед игроками. Хватит философствовать. Бросайте на счет три. Супер, моя очередь. Решили сдаться, слабаки? Правильно. Давай пять, друг. Подростки, что с них возьмешь? Ого! Доигрались, ребятки! Шериф справедливости явилась творить закон в этой обители самоуправства. Сандра выполнит грязную работу до конца. Амигос! Йоу, братцы, вы завернули не на ту улицу. И она два раза не повторяет. И-ха! Лучше бы я был доставщиком пиццы. Упс. Как успехи? Святые кальмары! Малость перестаралась. Теперь подвиги Сандры достигнут каждого уголка. Инспектор по борьбе с фанатами, вызывали? Воу, а я хотел стащить наряд. Продавец пропустил невероятное происшествие, согласитесь? Спокойно, я добросовестный директор. Но стащил вилку из столовой, с кем не бывает. Попался дракон. Вызывай скорую, Люси. Воу, запрещенные приемчики. На это даже смотреть больно. Я розовая и пушистая, просто провожу чайную церемонию. Фух, я выжму из тебя последний вздох. Террор в колледже. Удар ниже пояса. Левый хук. Долго он не продержится. Хочу стереть это с памяти. Смотри мне в глаза, боец без правил. Я намерен увидеть, как жизнь угасает в них. Даже не уверен, что в нашем возрасте можно такое наблюдать. Ну все, я иду за вами. Сверхразум разбушевался. Бежим! Да, сделали их без особых усилий. Проще простого. Где они? Отвечайте! Как вы могли их проворонить? Нельзя на вас положиться. Не охрана, а кошмар работодателя. Стрессовые условия. Ау, детишки куда запропастились? Больше им негде прятаться. Выходите, шалунишки. Красные туфли, как у миссис Пирс.
пронесло. Куклой была биологичка. Тихо ты! Злюки, опасность миновала. Аккуратненько, вроде бы путь свободен. Вот это приключение! Просто кость широкая. Ох! Не отстает! За мной! Скорее! Здесь мы все поместимся! Давайте чем-нибудь заблокируем дверь. Наложим заклятие? О, ужас! Как такое возможно? Чего замерли, будто статуи? Присаживайтесь за свои места. Лучше с ней не спорить. Ты права, только приближаемся медленно. Сколько можно опаздывать? Не понимаю, что это было. Здрасте! Я сказал лежать, зверюга! Директор сегодня не в форме. Ой-ой-ой, запахло жареным. К ногам, змеючка! Чьих рук дело? Это все дети? Я не виновен. Обратились не по адресу, спросите-ка вы у Сандры. Куда же она пропала? Минуту назад была здесь. Счастливо оставаться! Привет, друзья! Если хотите увидеть вторую часть наших приключений, пишите в комментариях. До новых встреч!